С новым 2022 годом, и сегодня мы в этом новом году начинаем моды на игру «Когда цвет соседа», блин. И первое, я вам хочу сказать, что мне подарили микрофон на Новый год, новый. Подарили петличку, но мне что-то кажется, что она ничем не лучше, чем предыдущий микрофон. Шум, как вы слышите, также издается. И когда я петличку присоединил к футболке, вообще все ужасно все звучало. Поэтому я сделал микрофон, так сказать, сделал вот такую установку из виброцилы и прицепил микрофон на нее. Блин, вот эта штучка зеленая, наверное, будет хромать с хромакеем. И вот такой микрофончик, в общем-то говоря, получился. Шумы, как вы слышите, по-прежнему издаются, и качество звука, по-моему, ничем не лучше. Эх. Микрофон, кстати, дешевый, всего 900 рублей. Ну ладно, мы будем пока испытывать, но не исключено, что придется назад тот поставить. Я надеялся на очень крутой микрофон, но нет. Короче, первый мод, который мы будем с вами смотреть, называется Woody Comeback 2021. С плюсиком. Это я не проходил, я не знаю, почему здесь... Все это уже здесь. Ладно, первые шаги давайте посмотрим. Так, ну логотип изменен. Так, это обучающий уровень. Все то же самое, только видно улицу теперь. На обучающем уровне. Надеюсь, что вы все хорошо отметили Новый год. Я лично хорошо. Лучше, чем в прошлый раз. А здесь ничего не поменялось. Ладно, давайте тогда следующую серию. Здесь тоже. Окей. Переходим к первому уровню тогда. Искусство пакостей. Окей. Может, я, конечно, микрофон не до конца настроил, но... Непонятно, в общем. А, смотрите, тут интерьерчик изменился. Во-первых, вот здесь появилось окошко. Погода пасмурная такая. Окно, правда, не пасмурное. Такой вот шкаф. Качество текстур, конечно, отвратительное, но ничего. Надеюсь, у этой музыки авторских прав нету. В принципе, как мы видим, также все, просто интерьер изменился. И выглядит довольно-таки неплохо. Короче, с микрофоном не буду разбираться, может быть, какие-то настройки помогут. Или может быть... Может, у меня с разъемом в компьютере что-то не то. Раз оба микрофона шум подают. Тот микрофон, конечно, старый, но этот почему шум подает? Сразу же, после первого включения. Может быть, это не дело в микрофоне, может, это дело в разъеме? Все может быть запросто. Можно ожидать всего чего угодно. Ой, лак,
Не, реально, вообще какой-то странный микрофон из виброцилла и петлички. Это смешно вообще, мне кажется. Ладно, пивко у телеэкрана. Это типа тоже окно. И здесь окно. Ух ты, тут еще и снег. Тематика даже какая-то есть. А, он... Да эта дверь заперта, что ли? Или нет? А, нет, просто пивко здесь стоит. А, ну здесь тоже есть. Но как тогда сосед посмотрит на микроволновку? А это что? Хорошая пила. Пила и пилет. Ладно. Уясним. Снег, кстати, не так уж и плохо выглядит. Пила. А если этой? А, погоди. Ну-ка, если это? А, если этой? Ого! Две пилы. Одна... Одна так себе, вторая быстрее пилит. Это же прекрасная идея. Мне нравится такая идея, слушайте. Это же прикольно. Только вот интересно, как сосед увидит микроволновку. А, то есть, типа, 5 пакостей, короче. Так, сюрприз ко дню рождения. Секундочку, а тут ничего не изменилось. Давайте другой уровень. Чудо-пирог. Ого. А вот это уже другое дело. Блин, слушайте, реально красиво выглядит. Мы такое время суток мы уже видели в каких-то модах. В неудачном круизе вроде бы видели. Погодите, а клей где надо было взять? Пока... Ладно, потом клей найдем. Пока проникнем лучше наверх. А, вот и клей.
Зачем я это сделал? Я только внешне, я только дизайн испортил. Блин, я не знал, что так будет, извините. В-третьих, где пена для бритья? Где пену-то взять? Okay. Иногда... А, это не то. На укрытие пофигу. Мне непонятно, где пену взять. Для бритья. Упырич. Где взять пену для бритья? Ее нигде, по-моему, тут нет. Может, арбуз? Ну, конечно, нет. Как можно арбуз на эти сливки положить? А это? Может, куриные крылышки? Я не знаю. Ой, ножку. Да вы угораете, что ли? Как я должен был догадаться об этом? Как я должен был об этом догадаться, что туда курицу надо засунуть? Это бебец. Зачем в такие заблуждения меня вводить? Надо было. Блин, сейчас только придется ждать, пока он согреет. Следующее побоище. Кстати, второй сезон открылся. Ох, ё-моё, тут бассейн появился. Который немножко что-то в кресло зашел. Бассейн прямо в гостиную. Что за странность? Можно, кстати, взять футбольный мяч, но вообще не рекомендую это делать. Не знаю, зачем со Sony Design Production вообще добавили возможность взять футбольный мяч. Поскольку если его взять, пакость уже будет невыполнимая. Сосед украл ларек и поместил его себе в дом. Офигеть. А шкафа теперь здесь нет.
Интересно, а если позвонить соседу, где телефон у него будет? Звони. Да ладно, вы что, серьезно что ли? Я думал, вы придумаете что-нибудь поинтереснее. Ну хорошо, давайте посмотрим следующий уровень, чтобы особо времени не тратить. Подготовка к Новому году. Стол накрыт, гости встречные, пока мастер спит в кресле, он решает, сосед решает помыться. Хорошо. Лишних предметов нет, написано. Новый год. Как раз хорошо. Как раз вовремя. Почти. Новогодние праздники же еще идут. Новогодние выходные и все такое. Так что пущай. Комод закрыт. И где же нам взять предметы? Во-первых, я его лосин вижу здесь. Нет, туда не пойду пока. Сосед туда же скоро пойдет. Крыса что ли лежит? Во-первых, где стол, на котором должна лежать книга? Здесь уже посмотрели. Ой, не будем переключаться пока с того уровня, чтобы понять, где все предметы лежат. Ваксу черную. А, вот, это что такое? Может это? Точно. Давай. Это тоже сюда, да? Точно. Ладно, альтернатива нашлась. Ах, да, окно, кстати, ночное. Ой, дневное здесь почему-то. Неисправленное, так сказать. И там тоже чуть-чуть видно день. Но все же, текстура у вот этого окна очень хорошая. У этих шторок. Мне прям нравится. Интересно, а это куда? Тоже сюда? Нет. Ладно, не будем тогда. А, может таблетки? Таблетки, точно. Там же было написано, лишних предметов нет. Почему стиральная машина на улице стоит?
Давай последний пакс осталось. А, я же пропустил этот уровень. Ладно, смотрим дальше. Ну, тут мы уже, наверное, просто посмотрим. Проходить не будем. Ага, тут вообще ничего не изменилось. Смотрим дальше. А то обычно довольно часто бывает, что первый сезон меняют, а все остальное... Ого! А тут все-таки поменяли. А, сюда нельзя спрятаться. Ладно, смотрим. Просто посмотрим на окружение. Окружение выглядит довольно-таки неплохо. Ну, из неудачного круиза вот это все взято. Смотрим следующий уровень. Ага, тоже из неудачного круиза. Выглядит хорошо. Стоп, там крыша была красная. Точно. Так, и последний уровень. Пикничок на балконе. А здесь уже ничего не поменяли. Ладно, хорошо. Давайте на этом закончим тогда. Этому моду я поставлю плюс-минус. Плюсик за то, что поменяли интерьер. Ну а минус то, что это, в принципе, на этом все. Ну, в принципе, мод такой неплохой. Да, неплохой плюс-минус, мне кажется, сойдет. У нас есть еще один мод, давайте на него посмотрим. Чик-чик. А следующий мод называется... Да никак он не называется. Просто когда соседы и все. Так выглядит главный экран. Что-то такое мы, кстати, уже вроде бы видели. Тут всего один уровень. Я его не проходил. Не знаю, почему сохранение переносится постоянно. Из мода в мод. Ага, понятно. Ладно. Такие вот фоны непонятные. Давайте смотреть. Ого, благодарю за отсылку. Ладно, с этим понятно. Смотрим дальше. Тут в основном внешний вид уровня, я так понял, тоже поменялся. А так все то же самое, я так понимаю. Смотрим следующий уровень тоже. Тоже понятно. Ладно, давайте уже основные уровни смотреть. Может, там поинтереснее что-то будет. А здесь нифига. Ладно, давайте тут уровень пройдем, почему бы нет. Потом посмотрим, стоит ли проходить дальше или не стоит. Кстати, мы недавно снимали один прикольный мод, там был один уровень, но довольно-таки прикольный, называется Remix. Когда сосед Remix,
Я говорил, что этот мод заброшен, но там в комментариях, по-моему, даже пошли слухи о том, что этот мод продолжится. Так вот, мне автор сообщил, что нифига он не продолжится, что он закрыт, все на этом. И причина, знаете, какая? Его достала игра Кадасы соседа. Она ему больше не нравится, и, собственно говоря, это вся причина. Все. А, да, я же сверху начал. Оттуда. С гостиной. Дун-дун-дун. Так, сначала посмотрим, есть ли тут изменения. Если нет, то переходим к следующему. Есть изменения. Ну, давайте посмотрим. Ну, давайте просто поглядим, какие уровни нам стоит проходить, какие нет. Этот, очевидно, не стоит. А как насчет этого? Этот тоже, я так понял, не стоит. Больные баталии. Но это из Hello Neighbor, я так понял. Это... О, а здесь есть изменения. Ванна не самая плохая, кстати. Смотрим дальше. Банный день. И тут ничего не изменилось. Да. Понятно. Что у нас? Не знаю даже. Ну ладно, давайте попробуем пройти этот уровень, скажем так, вслепую, потому что здесь очень тяжело будет найти предмет. Прохождение уровня вслепую. Это так необычно. Хотя на самом деле это не то, чтобы полностью вслепую, двери же видны. Это если бы ничего не было бы видно, это было бы тогда вообще интересно. Но если бы было бы не видно соседа, то и то я бы уже хрен прошел. Слишком уж легко это было. Исчезательный шкаф. Давно уже известный в рубрике моды на КДС соседа фокус. Исчезательный ящик. Исчезательный шкаф все-таки правильно. Но сосед починил этот испорченный дизайн. Поблагодарим его за это. Ясно, окей. Окей, прошли, причем еще и на 100%.
Ладно, давайте с этим модом закончим. Какую бы нам ему поставить оценку? Давно я такой оценки не ставил. Это странный мод. Странный мод. Именно так. Что ж, давайте на этом закончим. С вас лайкос, подписывайся, с меня эпичные видосы. Ссылки на оба мода будут в описании. Подписывайтесь на стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Также присылайте свои моды, если хотите их показать. В группу ВКонтакте, в личку или в комментариях. Всем пока.